Я не то, что не понимаю то, что делает Жерар последние несколько лет. Я был глубоко убежден, что в тех отношениях, которые были у меня с ним, в моей семье, этот человек правильно классифицировал, кто такой Путин. Причем это он говорил десятки раз. С этических мотивов я не буду называть его слова, потому что вы запикаете в эфире. И я считал, что это были его убеждения. Я сегодня не могу представить силу других мотивов, которые заставили человека в годах так ошибаться. Я думаю, что он принес унижение своей нации тем, что он сделал последние 2 года в своей пророссийской идентификации.